Всем доброго дня. У меня идет 9-й день после того, как мне убрали желчный пузырь. Что я хочу сказать? Вот вроде сказали, что операция не сложная, но все равно шов посередине как бы ноет, слабость. Вот. Но я нашла в себе силы выйти в магазин, чтобы купить ужин, потому что тот, кто любит вкусно покушать, того не исправить. И сегодняшний чек был у меня на сумму, так, это пакетик 4,99, что-то 187 рублей. В общем, я не нашла пол-литра молока, а так как литр мне нести сложно, я взяла сливки. 55 рублей сливки, это молочная благодать. Сыр Маздам, он мне, кстати, очень нравится, вообще маздамский вкус. И взяла эту, ну как бы на зелень, морковочку. Вот. То есть Маздам мне вот больше всех сыров нравится. В нем какая-то есть своя изюминка. Так что 187 рублей, три наименования. Сливки мне как бы нельзя, но я сварю кашу, я и разбавлю их водой. Так как жирного нельзя. Ну так они ведь и не настолько жирные, я думаю. 10% там наверняка нет. Вот, всем желаю здоровья.